Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, ну что ж, зайдем в тренировочку. Надо нам наших ребятулек отсюда забрать. Ага, так, отлично. Последний. Ну-ка. Эх, никого не появилось. Жаль, а хотелось бы. Так, боксер нам бесплатно достался. И все, да, на этом. Эльф, спасибо за покупку, продано. Ладно. Так, давайте-ка заберем, наверное... Воу, 18 магов. Ну-ка, запросик, давайте. Кто нам еще здесь достанется? Так, зомби, опять же боксер, хиллбот и 10 500 золота. Ну что же, это шикарно. Давайте, ребята, сразу тогда еще разочек пройдемся. Тут, тем более, 34 уровень. Для нас это как орешки щелкать. Поехали, я соглашаюсь. И идем с вами в бой. Первое место получим и пойдем уже на основную сюжетную линию. Согласитесь, это будет великолепная победа у нас сейчас. Ну, естественно, потому что игрочок слабенький. Мы вот так вот делаем. Сейчас просто его распилим. Жик, все. Ой, черный рыцарь. Тут вообще для нас нет таких вот сильных врагов и не будет. Так, минус. Вот и все, ребята. Я больше уверен, что мы первое место, да. Вот так вот. Ну что же, думаю, что теперь нам нужно сделать, ребята, ежедневное испытание. Поехали. Мне... О, ёкл... Да ладно, нифига, ребята, я в первый раз вижу пятизвездочные, все, плюс база. Слушайте, я заодно хочу посмотреть, как выглядит улитка и зомби на 5 звездах. Так, отряд, давайте мне отряд мой. Беру башню, также возьмем... так, молотильщика, голема. Слушайте, я не знаю, может быть вот так вот и... Слушайте, по идее нужно брать нам ниндзю, да? Да, возьмем, наверное, все-таки нашу ниндзю. Все, поехали, посмотрим. Блин, улитка будет любого сносить, я больше чем уверен. Зомби взрывать просто будет всех к ядрене фене моментально. Будем бороться с этим делом. Сейчас, естественно, в первую очередь полетит улитка. Поэтому, ой. Про ману-то забыл совсем. Нифига, база как, смотрите, выглядит. Оу, зомбарь такой. Прикольно. Ёпарасоте, тихо ты, улиточка, успокойся. Лужу еще тут после себя оставила. Хорошо, ладно, ребят. Вроде бы пока нормуль. Иди ты. Ай, погибнет. Да-да-да, конечно, ага. Не тут-то было. Так, молотильщик, давай быстрее. Блин, сейчас обоих накроет. Нет, не обоих. Но тем не менее, все равно больно было. Да ты что ты делаешь, а? Блин, никак не может успокоиться. Ну-ка, давай вот так сделаем. Бумс. Шикарно. Ага, хорошо, ладно, предположим. Вот, ниндзя, молодец. Ай-яй-яй-яй-яй, схитрил он. Видели, что он сделал, да? Так, минус улитка. Давайте, здесь очень хорошо ниндзя рулит. Вот что я заметил. Расстреливает издалека. Так, тихо-тихо, давай-давай-давай-давай. Пробиваем. Пробиваем, родные. Ускоримся даже. Есть. Слушайте, ну неплохо. Короче, ниндзя здесь рулит. Вот что я вам могу сказать. 22 карточки баллисты. Так, ну что, первая победа за нами. Мы сразу же идем на второй круг. Да-да, именно на второй. Сейчас мы это все по-быстренькому повторим. Может быть, даже на ускорении. Так, голем. Где, где, где? Вот, ниндзя. Слушайте, а если мы, например, возьмем с вами... Нет, летучую мышь не стоит, я думаю, здесь брать. Она не прокатит здесь. Так, молотильщик, это и маг-воин. Все, вот таким вот составом, ребята. Фух, была не была. Так, ну сколько, 12 карточек баллиста будут разыгрываться на этом кону. Баллиста нам нужен, вы знаете прекрасно, что он очень офигенно рулит. Против летунов, против всякой мрази, которая нас достает практически всегда и постоянно. Воу-воу-воу-воу, разогнался, далеко ли, улиточка, далеко ли ты собралась? Красавица ты моя, давай, молотильщик, давай быстрее, блин, опережай.
Хорошо. Тут очень замечательно сейчас было. Да ладно, блин. Молодец. Сейчас было замечательно. Ниндзя выжила у нас и... Чтоб их разорвало всех, а? Ну, посмотри. Смотри, что они делают. Одного за другим высылают. Ребята, это галимый спам, поверьте мне. Вот так вот. Вот здесь плохо, когда они все в кучу стоят. То есть сейчас... Да-да-да, вот именно из-за этого. И улитка сейчас будет добивать. Но ниндзю-то просто так не достанешь. Да? Ха-ха. Ну, да ладно, блин. Ты смотри, что делает. Ладно, ребят, если даже не добьем, фаербол сделает свое дело. А я думаю, добьем. Да. Опять же, как говорится, ниндзя отличилась. Фух, это хорошо. Мы с вами двигаемся дальше, ребят. 12 карточек. Ну что, еще последние 7. Мы отсюда... Поставь отметку и получи 500 очков общения. Слушайте, я бы, конечно, с радостью 500 очков общения, но не будем пока этим заниматься. Фух, поехали. Последняя заходочка у нас здесь. Я больше чем уверен, что она у нас пройдет на изи. Слушайте, здесь вот голем даже, честно говоря, не особо-то и нужен. Потому что он идет медленно, да? У нас вот маг-воин есть, он, в принципе, его здесь достаточно. Ну да ладно, мы уже как привыкли с вами к этой компашке. Неизменно, и уже фиг знает сколько серий и месяцев уже. Да елки-палки, что я тут туплю-то? Кого мы ищем-то с вами? Кого тут не хватает? Мага-воина, да? Маг-воин где? Вот он. Поехали. Ну все, ребят, последний бой здесь. Как говорится, не буду вас томить, и потом уже пойдем на основную сюжетную линию. Сейчас все это быстренько сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то немножко не так пошло, что ли? Что-то как-то быстро ты начал, братень. Ты успокойся, пожалуйста. Ну, что там, кто там? Давай попробуем, посмотрим, ниндзя справится с ним или нет, один на один. Да, конечно, один на один. Не вышло ни шишарики. Так, ускоряться я пока не буду, ребят. Нет смысла в этом. Да ну нафиг, зачем ты так сделал, Рэй? Ё-моё. Да что ж ты... А, нет, все нормуль, прокатило. Давай-давай-давай-давай-давай. Давай ускоряться уже, в конце концов. Сейчас забомбим. Вот так вот, ребят. Все. Прошли на изи. Последние, как говорится, реварды забираем. Сколько? 7 карточек? Да, 7. Фух, ну что же, а теперь уже пойдем. Воу, ребят, смотрите, как выглядит баллиста, когда он прокачан. Офигенно. И звать его там не баллиста, а человек-стрелок почему-то. Ну что же, в бой. Мы с вами где? А, это у нас свеженькая Лока, да? Мы с вами залетели в портал и, как говорится, еще здесь не дрались. Ну что ж, поехали тогда. Смотрим. Ёпрасоте. 62 уровень защитника, да? И чувака этот, слизень-морпех. Кого бы мы с вами оставили? И кого бы... Слушайте, давайте вот этой пачкой попробуем зарулить. Не знаю, получится, не получится, но надо пытаться. Блин, еще и расстояние такое коротенькое. Так, давай пока... Будем вызывать, наверное, голема и потом уже прикрывать его, да, всякими там ниндзями. Ну, ниндзя, выходи. Ну вот, вот и вышел охламон. Ладно, пока... Ребят, у него 62 уровень, не забываем, у меня 61. То есть не очень большая разница, так что должны здесь справиться. Так, это все забираем. Ну да, тут легко пока. Как видите, никаких проблем не было. Двигаемся дальше. Второй этап. Так, ой, здесь у нас добавляется хищнец. И как же мне быть? Хм. Хищнец — это плохо. Придется нам, наверное, вот этих ребят взять. Поехали, посмотрим. Хищнец чем плох, ребят? Он прыгает как прыгун. Ну, вы помните, да? Он... к нашей базе подпрыгивает в основном. Оп, а вот так вот. И все, и тут он сдувается сразу же после своего прыжка. Ну, не стоит забывать, что он... Вот, видите, опять вышел. А ну-ка, куда разогнался?
Все, и вот так вот его, ребята, спамим чисто. Так, давай далее. Да-да-да-да-да, конечно, разогнался ты. Все, базе хана, ребят. Так, погоди-ка, карточку я заберу. И монетки. Все, второй этап у нас тоже прошелся на изи. Третий добавляется. Ой, вот этот вот поганый, конечно, чувачок. Забирает он у нас всех. И поэтому, я думаю, мы можем вернуться вот к этой пачке. Нет, не будем мы к этой пачке возвращаться. Или будем, блин? Давай-ка вот так вот попробуем, ребят. Я знаю, что он будет забирать. А у нас кто первым идет? Естественно, молотильщик. Естественно, черный рыцарь. Поэтому эта пачка здесь более-менее, как она, бюджетная. И в то же время нормуль. По силе и так далее. Ну что, смотрите, что он сейчас будет делать. Видите? Главное, чтобы он его обратно... Ага, все, хорошо. Он обычно может его как... перепрограммировать и отправить против нас. Вот это уже будет хуже. Слушай, где его на эти-то? Да-да-да-да-да, я так и понял. Не выходит ни шиша, да, у него? Тактика, как говорится, не работает. А ну-ка. О-о-о-о-о, тихо, не надо так делать. Пожалуйста, успокойся. Блин, ты посмотри, что он сделал. Оу, сейчас, ребята, вот этого я и боялся. Против нас же отправил, да? Ладно, хорошо. Все, базе хана, ребят, ускоряемся. Тут уже 100% хана ей. Сейчас забьем. Есть. Вот так вот. Фух, двигаемся с вами далее. Энергия пока у нас есть. Ну, я думаю, что нам хватит на 2 локи, как минимум. Так, здесь у нас хищнец и тритон. Тритон делает дополнительную защиту. Хм. Так, но зато нет пришельца. Поэтому поехали этой почули и будем играть с вами. Расстояние отличное. Ну давай, хищнец, где ты там? Я жду тебя. Я ведь знаю, что ты будешь его вызывать. Не хочешь? Тогда мы сделаем вот так вот. Для затравочки. Ну. Странно. Так, ладно, предположим. Предположим, что вот ты так вот сделал. Вызвал защитника, стража. Ой, а вот это вот не надо так делать. Защита нам не нужна здесь никакая. Давай, 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 пробиваем, пробиваем, ребята. Есть, мы еще и вот так сделаем. Хе-хе-хе. Вот так, минус. Ну что, ребята, ускоряемся, потому что здесь победа будет за нами, 100 пудов. Ну-ну-ну-ну, прожигаем, есть. Деньги отдай только. Ну что же, мы переходим с вами к последней, задаче. Ох ты, посмотри, кто здесь у него. Пришелец, вор, тритон, морпех-слизень и защитник. Хм. Слушай-ка, мы, наверное, с вами... Так, нам нужно издалека бомбить вот этого пришельца, да? Как его там? Лорд пустоты. Лорд пустоты. Кстати, в Дарксайдесе, помните, да? Лорд пустоты. Ну, там немножко другой все-таки. Ладно, поехали. Выберу я эту пачку, попробуем разрулить, как говорится, эту ситуацию. Я думаю, что должно прокатить. Пришелец, да, немножко меня, конечно, нервирует, который похищает, но все-таки. Главное нам вызвать нашу богиню света. И все, ребята, это 50... Какой 50? 80% успеха уже. Так, давай, 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 500, 500, 500, 500. Есть. Все, теперь можно. Давай, давай, пролетай мимо кассы, как говорится. Морпех вышел, блин. Вышел морпех, ребята. Ну, пролетел, все, поехали. Так, богиню света надо, ребят, вызывать. В обязательном порядке. Вот так вот, чтоб не мешался тут под ногами. Так, деньги только отдай. Ну, богинюшка, да ёпросто, что ж ты. Давай, давай, ну, ё-моё, не получилось у него забомбить. Так, он пока, ребят, никого не вызывает. Пока не вызывает. Хорошо, ждем, терпим. Прожигаем. Тритоша минус. Ну что я могу сказать, ребят, наверное, шансов у него не будет здесь на победу. Вообще никакого. Вот и лорд пустоты вышел. Заморозка.
круто. Что я могу сказать? Ускоряемся, ребята, потому что тут победа за нами. Согласитесь, проще некуда. Проще некуда, просто вообще. Мне нравится, как мы прошли. Получаем сундук и смотрим, что нам выпадет из него. Так, лорд пустоты, 11 карточек, это хорошо, ребята. И пришелец, ну, пришелец мне не особо нужен, но все равно приятно. Так, и мы с вами переходим на территорию людей. Так, 62 уровень паладин и 63 уровень, ну, спамить будет, да? Так, у нас здесь уже энергия закончилась, поэтому переходим вот к этой пачке, ребят. Поехали. Так, он будет меня спамить, это 100% я вам говорю. Вот о чем. Эй! Успел? Я, по-моему, успел, да? А, нет, ребята, все-таки он успел по базе моей ударить. Хорошо, тогда делаем ускорение, ребят. Будем переигрывать обязательно. Это не дело. Слушайте, а как же тогда быть нам? Да идите вы в баню, все уже достали. Так, я что-то не помню. Почему паладин у него такой жирный и мощный? Эй! Что-то как тут нечестно, по-моему, сделано. Мы будем пробиваться-то или как? Или что? Так, отлично. Подожди. Вот так вот. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Расстреливаем. Так, надо еще одну ниндзю вызвать. Карточка сюда, ко мне. Слушайте, мне не понравилось, ребят, как мы здесь прошли, потому что этот наглый крестьянин, он все-таки успел подойти и ударить по моей базе. Соответственно, мы с вами не прошли гладко, как хотелось. А если мы с вами вот этой пачкой сыграем, как вы думаете, будет у нас тут успех или нет? Я думаю, будет, потому что здесь у нас есть щитоносец. Давайте попробуем. Паладин, конечно, жесткий гад, но у нас тоже он есть, кстати. Попробуем сейчас. Да-да-да-да-да, я знаю, что ты делаешь. Так, оглушили мы его еще, отлично. Да, ну, никаких шансов у него, наверное, нету здесь. Хотя что-то выеживается, посмотри. Так, Палыча он вызвал. Палыча он вызвал, ну, где мой-то... Блин, мой паладин, какой мой паладин? Ну, не хватает энергии, ё-парасете. Слушай, неужели мы тут тоже сдулись? А, ну-ка, давай-ка вот так попробуем. Ну, расстреливаем. Не, нифига. Так, хорошо, давай сделаем вот так вот. Подбили. А ну-ка, пошли прочь с поля. Давай вот так вот сделаем. Ну все, я думаю, что здесь мы, ребят, с вами затащим. Мне вот только, вот, вышел баллиста и, как говорится, дела сейчас пойдут у нас в гору. Никто здесь уже ничего не сможет сделать нам, абсолютно. Щитоносец. Вообще такая заваруха там. Ну он чисто спамит, ребят, своими этими крестьянами. Никакого от него вообще здесь толку. И он вата на самом деле. Сейчас он за это поплатится. Мы его просто расстреляем. Эти крестьяне, они ватные. Смотри, какая у нас тут гурьба пришла к воротам его замка. Сейчас разнесем башенку к чертовой бабушке. Отлично, все. Теперь уже можно со спокойной душой переходить к следующей миссии, вот к этой. И тут добавляется копейщица 64 уровня. А что так сразу жестко-то? 64 уровень-то. Хорош вам, ё-моё. Полегче, как говорится. Ладно, у меня все равно есть, ребята, отпор. Я его сейчас буду воплощать. Так, копим. Сейчас будут опять крестьяне бежать, да? Как же без них-то здесь? Нет, паладина сразу вызвал. Ах, вот у тебя какая стратегия. Понял я, понял. Недурно он придумал. Он сейчас будет чисто танка держать, да? И расстреливать, точнее, закалывать моих дальних юнитов. Ну-ка, а если мы вот так вот сделаем? Да ладно, база, ё-моё, как ты меня так подводишь-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, баллиста, давай, вся надежда на тебя. Что-то не выходит ни шиша, блин. Расстреливаем, расстреливаем. Так, минус, отлично. Давай-давай, копейщиц, главное, сносим. Все, он сдулся, ребята. Он свою попытку проморгал. Был, как говорится, у него шанс, и не осталось его больше вообще. А тем более, когда два стрелка выходят. Это все, финиш. Копейщики, они ватные. Ну что же я могу сказать.
Изи-катка, ребята. По-другому не называть это. Заваливаем. Ускоряемся, да, ускоряемся и пробиваем. Ну, вот так вот. Фух, двигаемся с вами далее. Третья миссия. Ой, грифон, вот это уже хуже. Вот это уже хуже, потому что это здесь появляется грифон. Давайте, наверное, вот эту вот возьмем с вами пачку. Я думаю, что мы должны успеть. Все-таки у нас расстояние уже увеличилось, да? И крестьяшка, как говорится, не успеет добежать до моей базы. Я вызову в любом случае голема или еще кого-нибудь. А вот грифон, да, будет нервировать, если честно. Крестьяшка вышел. Здорово, олух. Еще и не прокачанный, ватный. Фу. Так, здесь нам нужно что? Здесь нам надо выпускать летающих мышей. Потому что он стопудово сейчас будет вызывать грифона. Как пить дать будет вызывать. Ну, да что ж вы не можете... А если и так? Опс, минус. Отлично. Зачем я прыгуна-то вызвал? Я не понимаю, зачем он мне здесь нужен-то? Хотя пригодится. Давай, 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 пробиваем. Ну, уничтожаем. Так, ускоряться можно, ребят. Тут все, он сдулся. Расстрел, как говорится, на месте. И, хотел сказать, и фаербол. Но базу завалили и так. Фух. Двигаемся на предпоследнюю миссию. Лучник добавляется, да, 62 уровня. Да, в принципе, нам-то что, да? Ничего страшного нету здесь. Ну, добавился лучник. Ну и что, мы его тоже можем расстреливать. Грифона-то нету. Так что, шило на мыло менять мы не будем. Ну, где там твой крестьяшка-то? Пускай выходит, я его встречу. Вот, големом. Нет, он вызывает паладина. Хорошо. Против палыча мы будем с вами вызывать ниндзю. Воу-воу-воу-воу. Что-то тут как-то не то немножко пошло, ребят. Ага, вот и лучник вышел. Вот это да, вот это он схитрил сейчас, честно вам скажу. Так, ну-ка давай вот так сделаем. Бумс. Всех сносим. Лучник вата. Нет, не вата. Не загнулся сразу же, как я думал. Ой-ой-ой. Да ты достал, лукарь, эй. Блин, что-то не так пошло все. Меня это нервирует. Меня нервирует лучник. Где мой этот? Надо прыгуна вызвать. Да некогда, в принципе, его вызывать-то. Если вот так вот сделаем, бум, всех сразу же там. Скопом одним. Ладушки. Расстреливаем. Прыгун, молодец. Сноси этого лукаря. К ядре не фени. Так, ураганчик запускаем. Выпускаем мышь. Главное их прижучить вот здесь вот. Чтобы они ничего не могли сделать. Да, ребят, тут победа за нами будет. Наверное. Да не, должна быть. О, ускорение. И фаербол. Изи. Вот так вот надо играть, ребят. Фух, поехали далее. Заключительная здесь миссия у нас. Кто добавляется? Грифон, хорошо. И Бишоп. Пастырь Бишоп, ё-моё. Ну что же, оставляем, наверное, так же, да? Кстати, вот плохо, что здесь и лучник, и грифон. Поехали. У нас тут тоже всего лишь одна попытка. Одна энергия. Но я думаю, что Бишоп все-таки слабее, чем этот рыцарь. Чем король. Посмотрим, как у нас тут сейчас все пойдет. Естественно, копим ману. Так, не дает, гад. Так, а у него здесь уже прокачанный, да? Я смотрю, крестяшка. Крестяшка прокачанный, ладно. Так, ага, нам нужен прыгун. Срочно, причем. Нет, даже прыгун. Давай-ка вот так сделаем. Бумс. Так, 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 расстреливаем, расстреливаем. Вот он вызвал грифона своего, а. Это плохо. А может быть и неплохо, ребят. Ой, Бишоп вышел, ё-просоте, ребят. Он успел вызвать Бишопа. Дедушку тоже я вызвал. Сейчас пойдем. Хотя... Все.
Сдулся он, ребят, сдулся. Причем так легко сдался, я не знаю. Он вызвал бишопа. Вы как видели, мы его заморозили. Он ничего не успел сделать, просто-напросто даже им. Даже дед мой не успел дойти до базы, как мы снесли все здесь. Но, согласитесь, это ерунда. Ну, крестьянов дали, да, 9. И фехтовальщиков, ну и что? Нет, так дело не пойдет. Ну что же, мы переходим с вами. Это, по-моему, у нас нефритовая долина, да? Черт подери. А какие тут у нас... Блин, ниндзя и самурай. Ниндзя и самурай, да, это, ребята, у нас такие вот чувачки. Ну, я попробую, конечно. Не знаю, получится или нет, завалить вот этой бригадушкой. Будем стараться, наверное, как-то. Я не знаю, что сейчас пойдет ниндзя. Он будет... А, нет, он самурая вызвал. Это уже интересно что-то. Ой, как она сейчас будет бомбить жестко, ребята. Она очень жестко бомбит. Да что ж ты будешь делать-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут, наверное, у нас шансов, ребят, никаких на победу не будет. Под прикрытием она очень... Ой, и он еще и две их вызвал. Сейчас расстреляет базу, ребята. Они базу бомбят. Все. Нет, ребят, это не дело. Можно проигрывать смело. Никаких шансов нету, блин. Они задавят нас просто-напросто. Что же нам тогда делать? У нас нет хорошей пачки, которая могла бы противостоять именно вот ниндзям здесь. Ну что же, давайте тогда, ребят, наверное, будем с вами закругляться вот на этой серии. Когда у нас произойдут откатики, мы вернемся и накажем этих ребят. Так, щитоносец, ты у меня что, можешь прокачаться, да, маленько? А-а-а, может. Все. Слушайте, у меня еще есть немножко денег, давайте мы попробуем... Ведьмочку нашу немножко прапать. Так, 54 уровень у нее. Хорошо. Да. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы с вами закругляться будем на этой серии. На этом месте, как говорится. И увидимся обязательно в следующем выпуске. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.